Ремонт тротуаров, пешеходных зон, расширение парковки, новое осветительное оборудование и не только. И все это бесплатно. Еще несколько лет назад горожане об этом могли и не мечтать, но уже не первый год отремонтировать свой двор без вложений вполне реально. Сейчас находимся мы на территории дома номер 12 первого микрорайона. Работы здесь ведутся в рамках комфортной городской среды. В данный момент выполняются работы по устройству асфальтобетонного покрытия проездов. Эта работа относится к работам основного перечня, то есть жителям за эти работы софинансировать не надо. Можно и дополнить перечень работ. Размещение игровых комплексов, озеленение территории двора и прочее благоустройство. Это уже на условии софинансирования. То есть жильцам нужно возместить 20% стоимости затрат. К такому решению жители конкретного дома должны прийти коллективно на общем собрании. Для того, чтобы жителям вообще в принципе вступить в эту программу, необходимо провести общественное собрание жителей дома, проголосовать за тот перечень работ, которые они хотят реализовать на своем дворе. И чтобы большинство дома, то есть 51%, проголосовало за тот или иной вид работ. Своевременно проголосовать, но уже на сайте администрации, можно и за ремонт городской территории. Таким образом, на ремонт в этом году была выбрана пешеходная зона между 3-й и 4-й школами и детскими садами «Ласточка» и «Дюймовочка». На этой территории будет произведен ремонт асфальтобетонного покрытия, установка лавочек, урн, а также модернизация системы освещения в виде 20 дополнительных опор освещения с современными осветительными приборами. По итогам этого года по программе «Комфортная городская среда» будут отремонтированы 4 дворовых и 1 общественная зоны Десногорска. Набрана квота и на 2021 год – 4 двора и городская набережная. Но у активных горожан еще есть время на подачу заявки. Федеральная программа действует до 2024 года. Но важно помнить, что ее условия меняются год от года. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.